Добрый день, друзья! Сейчас несколько минут будем начинать. Так, всем большое спасибо, кто сегодня вместе с нами. Мы напоминаем, что продолжаем наш марафон прямых эфиров с Турции. Сегодня у нас будет прямая трансляция с всеми любимого отеля Spice Hotel & Spa, который находится в Белеке. Мы узнаем, как отель подготовлен к приему туристов. Отель уже работает. Поэтому несколько минут, и представитель отеля к нам присоединится. С удовольствием ответим полностью на все ваши вопросы. Также хотелось бы отметить и напомнить вам, что сейчас у нас есть еще дополнительные условия бронирования туров. Предоплата 5% всего лишь на новые заявки. И также с 17 числа у нас в расписание добавлена авиакомпания МАУ с Киева и увеличено количество кресел и дат вылета с регионов. Это Одесса, Харьков, Львов и Запорожье. Поэтому несколько секунд, и мы начнем уже наш прямой эфир. Вместе с нами. Будем... Здравствуйте! Здравствуйте, Антон! Всем здравствуйте! Мерева, здоровенькі були! Как у вас дела? Отлично, но у нас сегодня пасмурно, но в Турции, я смотрю, солнышко, и просто сезон полным ходом идет. На самом деле, я бы мечтала, чтобы у нас тоже было пасмурно, хотя бы на один день, поэтому я вам завидую. Вы завидуете мне, я завидую вам. Да, есть немножко. Как вы, как у вас вообще дела? Все хорошо, открылись, вот мы уже с 29 июня открыты, принимаем гостей, вот сейчас сижу на террасе отеля, наблюдаю картину, в бассейне люди купаются, отдыхают, все прекрасно на самом деле. Конечно же, хотелось бы, чтобы сезон начался поприятнее, не вот так, как в этом году, в конце июня. В целом, как всегда, чтобы он начинался. Мы отель, который работает 12 месяцев в году, поэтому в этом году у нас первый раз был такой опыт, когда мы закрылись, и мы не знаем, когда мы откроемся. Но, тем не менее, все хорошо, начали работать, гости довольны, все замечательно. Конечно же, хотелось бы, чтобы было больше резерваций, больше гостей, но это нужно немного подождать, потому что вы понимаете, что в данный момент открыто только два рынка, это Украина и внутренний рынок турецкий. Но в целом все хорошо. Я хочу сказать о том, что очень многие же гости, агентства, вам, скажем так, постоянно говорят, что мы боимся, мы первыми гостями быть опасно и тому подобное. Вот хочу сказать о том, что какой сюрприз ждал первых гостей в нашем отеле. Это очень приятный сюрприз. Он заключался в том, что всем первым гостям мы дали виллы. То есть у нас все жили в вилле, то есть вы представляете, сделала резервацию, например, самого дешевого номера, стандартный номер с видом на сад, например, а приезжаешь, тебе говорят, вы будете жить в вилле. И вилла со своим личным бассейном, двухэтажная, классная, питание отдельное по меню, завтрак, обед и ужин по ля-карт меню. Поэтому я думаю, что первым гостям было очень классно, и это на заметку тем, кто боится ехать, собственно, первым отдыхать. Это совсем не страшно, наоборот, даже классно, потому что все отели делают какие-то приятные моменты, апгрейды, и стараются, чтобы первым гостям дать как можно больше внимания и как можно лучше сервис в плане номеров тоже. Если в высокий сезон сделать бесплатный апгрейд номера очень часто бывает нереальным, то сейчас, конечно же, мы с удовольствием все делаем бесплатные апгрейды. Не, ну на самом деле высокий сезон, просто даже при всем желании это невозможно сделать, потому что да, действительно номеров просто нет. Абсолютно согласна с вами, да, номеров просто нет, поэтому невозможно делать. В такой момент года, как сейчас, то есть обычно это много гостей, никаких апгрейдов, никаких ранних заездов и поздних выездов, а сейчас это все спокойно, все на релаксе, у всех все хорошо. Что вы нам сегодня покажете? Пройдемся по территории немножко. Да, смотрите, что у нас сейчас по плану. Дело в том, что я хотела показать с террасы территорию, но в данный момент очень много людей в бассейне, а показывать людей в, ну, как бы в бассейне нельзя в целом на пляже. Но я думаю, что я вам аккуратненько покажу. Дальше мы с вами пойдем посмотрим номера. Я приготовила стандартный номер, также сьют номер. И дальше мы пойдем посмотрим по территории отеля, прогуляемся, все посмотрим уже более детально. Вот такой у нас с вами план действий, поэтому я думаю, будем начинать, потому что я много говорю обычно, и часа мне не хватает, поэтому мне нужно ускоряться. Да, у нас еще есть небольшой там лимит в Инстаграме, после часа нас просто выбросит.
Да, поэтому нужно... Я стою с камерой, я снимаю себя, а мне люди в бассейне машут. Ну, я снимать их не буду, потому что нельзя в Турции снимать людей в бассейнах, но они машут, они думают, что снимаю я их, поэтому давайте уже переключаться на саму территорию, я буду снимать, пытаться аккуратно, чтобы не снимать людей. Собственно, мы в данный момент находимся на террасе лобби-бара, мы можем видеть всю территорию нашего отеля. Собственно, первое, что бросается в глаза, это, конечно же, большой бассейн. Бассейнная территория у нас 5000 метров квадратных. Передняя часть вот до перегородки. Это у нас бассейн с подогревом. Он работает в межсезонье, также в зимний сезон, как бассейн с подогревом. Остальная часть бассейна, также она очень большая. Преимущество нашего большого бассейна заключается в чем? В том, что он идет большими лагунами. То есть вы можете видеть, что идут лагунки, дальше они продолжаются, за зеленью не видно. Собственно, это очень прекрасно, потому что нет этого ощущения присутствия непосредственно рядом. То есть благодаря тому, что лагуны — это все-таки расположены гости по всему периметру. Когда это просто идет квадратом, например, либо прямоугольником бассейн, все-таки все прям непосредственно в близости друг к другу. Также в некоторых из лагун, мы дальше посмотрим, с вами пройдемся, там идет вход непосредственно пологий. То есть, опять-таки, очень удобно с маленькими детками. Второй момент, это, конечно же, который мы сразу же видим, это много зелени, действительно, территория отеля зеленая, у нас есть свои отдельные сады с гранатами, с лимонами, с апельсинами. Также в этом году зимой мы высадили 1000 единиц деревьев оливок, поэтому оливок у нас будет очень много, я думаю, что в следующем году мы будем непосредственно подавать в ресторанах наши оливки. Также... А туристы смогут взять сувенир с собой. Да, на самом деле, кстати, вот по поводу садов наших гранатовых и лимонных, и также у нас растут еще апельсины и мандарины, мы в конце года их собираем вместе с гостями. То есть это как действительно очень гостям интересно, особенно детям, это безумно интересно собирать вместе. Ну, представляете, как это собирать гранаты, лимоны, апельсины, когда ты живешь где-то, например, в местности, где в лучшем случае лето плюс 25 градусов, поэтому это приятный бонус. Дальше давайте пройдемся быстренько по территории, посмотрим все. В первую очередь мы видим здесь наш большой амфитеатр. Амфитеатр у нас работает в две стороны. Очень интересное решение архитектора. Я считаю, что это один из самых крутых таких амфитеатров в Анталии. Почему? Потому что первая часть, она выходит непосредственно в бассейн, там проходят у нас дневные мероприятия, то есть дневные активити анимации, также дневные вечеринки различные, экстраваганзы, вечеринки Джеймса Бонда, разные пенные вечеринки, они проходят на этой платформе. С обратной стороны, которая выходит к морю, там у нас идет уже амфитеатр в стандартной форме, то есть это посадочные места и вечернее шоу. Что касаемо анимации, сразу же отвечу на вопросы. В этом году анимация будет, как и всегда, будет, просто будет более все-таки не в такой насыщенной форме. То есть если раньше у нас каждый день были дневные вечеринки возле бассейна, также на пляже, то в этом году, конечно же, это будет не каждый день, это будет буквально в неделю, где-то в три раза будут эти вечеринки. Начинаются уже эти все вечеринки, вот как раз с Курбан-Байрама праздника с турецкого. Также вечернее шоу в амфитеатре мы ждем, потому что все прекрасно понимают, что все вечерние шоу делают кто? Делают различные команды, которые за границы привозят персонал. То есть это танцоры с Украины, танцоры с Индии, с Китая также у нас были в прошлом году, танцоры с разных стран. То есть, собственно, чтобы их привести, нужно разрешение стран. Поэтому в данный момент вечернее шоу мы еще ждем, потому что еще, собственно, сами коллективы не приехали. Что касаемо детская анимация по-прежнему остается. Мини-клуб мы также сейчас посмотрим с вами вместе. Единственное различие, мы изначально планировали яркие детские фестивали, то есть это фестиваль Лего, фестиваль Фиксики, фестиваль Смурфики. В этом году пока что мы ждем подтверждения от компании, будут ли эти все фестивали. Лего нам подтвердили, все остальные фестивали пока что ждем подтверждения. Поэтому детские фестивали для детей будут, но вместо трех фестивалей пока что только один, но опять-таки для деток этого достаточно, каждую неделю фестиваль детский интересный. Дальше, если мы пойдем по территории, то дальше мы видим большой наш снэк-бар, там у нас работает мороженица, также французские вафли выпекают с разными начинками, также находится снэк-бар, который подает напитки, рядышком шатер белый, вот мы видим Бюзлиме, там же турецкий а-ля-кат ресторан, и на пляже снэк-бар с европейским питанием по меню, мы тоже его сегодня посмотрим. Я предлагаю, что мы так ознакомились с вами с территорией, дальше уже посмотрим все изнутри непосредственно смотреть. В данный момент давайте мы с вами пойдем сразу же в главное... Ой, извините. Так, где я? Я уже себя не вижу, слишком солнце активное. Сейчас мы пойдем с вами посмотрим наши номера. Сразу же хочу сказать, то, что единственное отличие вот в плане отдыха, это то, что персонал ходит в масках.
Сразу же отвечаю на эти вопросы, собственно, что отличает от обычного сезона. Все точно так же, единственное, персонал ходит в масках, и также персонал, который отвечает за питание, они ходят еще в перчатках. Давайте с вами сейчас посмотрим быстренько ресепшн, и дальше уже посмотрим, перейдем к номерам. И интересно, что изменилось в чекине? У вас есть онлайн-чекин, возможно, или все по стандартной схеме подходит в стойке регистрации? Вот сейчас как раз я вам это покажу. Во-первых, конечно же, у нас есть онлайн-чекин на нашем официальном сайте, тоже очень удобно, но на самом деле за это время ни один гость не провел онлайн-чекин. Поэтому вот как бы он не очень пользуется успехом. Что касаемо ресепшена. Собственно, ресепшен у нас остался таким же, как и был, только есть несколько изменений. Во-первых, это мы можем видеть на полу, это разметки по поводу социальной дистанции. То есть гости, конечно же, придерживаются социальной дистанции. Когда гость приезжает, сразу же у него беллбой забирает чемодан, обрабатывает чемодан дезинфицирующими средствами, дальше гость проходит уже, собственно, на регистрационную стойку. На самой регистрационной стойке, на ресепшене у нас находятся вот такие стеклянные защитные барьеры, то есть гость подходит, передает свои документы, дальше оформляется чекин и выдается гостю ключик. То есть, в принципе, в плане чекина ничего не изменилось. Единственный приятный бонус, мы пытаемся гостей совершенно не держать, мы сразу же пытаемся давать номера. Это приятный бонус для гостей, то есть сам чекин проходит очень быстро. Также средства для дезинфекции, наш сертификат о том, что мы получили сертификат безопасного туризма. Также дезинфикаторы. То есть в этом плане все отличие ресепшена от того состояния, которым он был раньше. Наше лобби. Я обожаю, на самом деле, ваше лобби. Это одно из самых красивых среди тех, которых я видел. И вообще отель очень в интересном стиле построен. И я с вами абсолютно согласна. Отель же у нас сделан в смешанном стиле. То есть у нас есть немного Марокко, немного Индии, немного Османской империи. И отели действительно очень колоритные. И у нас очень многие гости говорят о том, что наш отель больше похож на музей какой-то. Но даже... Это воздушная сказка. Да, абсолютно верно. И я вот хочу сказать такой момент, что очень многие же люди как говорят, ой, это Лухари стиль не для нас. Но вот хочу момент такой сказать, то, что гости, которые приезжают в отель, даже которые, например, которые, это не их стиль, например, по золотам, вот это все интерьеры, они все равно на третий, на четвертый день, они говорят, боже, какой красивый отель, мы влюбились, потому что вот чем больше ходишь по отелю, тем больше влюбляешься во все, что происходит вокруг. Так, сейчас я захожу в лифт, и, возможно, я могу секунду пропасть, потому что в лифту почему-то уходит связь. Перебирает, наверное. Да, абсолютно верно. Мы можем посмотреть сейчас. Мне на самом деле... Ой, какой красивый вид с панорамного лифта. Да. Это мы еще всего лишь на третий этаж поднимаемся. Если бы мы поднимались выше, было бы еще красивее. Но на самом деле мне нравится еще то, что у вас очень все продумано и сбалансировано. Вот это даже там элементы золота, либо еще чего-то. То есть оно, ну, знаете, не режет глаз, скажем так. Абсолютно верно. Я сама эгейский ательер. В прошлом я много лет работала на Эгейском море, а я думаю, что Эгейское побережье вы прекрасно знаете, что там европейский стиль, все сдержано. И когда меня пригласили сюда на работу, и когда я приехала только на собеседование, я посмотрела отель и такая, ну нет, ну это не мое совершенно. А потом, вот знаете, вот действительно влюбилась в него, поэтому стиль действительно очень интересный. Я всегда всем говорю о том, что нужно просто приехать и посмотреть. И действительно, никакие гости никогда не остаются равнодушными. Так, сейчас мы сразу же с вами зашли в наш номер, стандартный номер. 36 метров квадратных. Сразу же заходим, идет уборная. Уборная у нас все с ваннами. Что касаемо уборных с душевыми кабинками. Если в номере есть две уборных, то тогда будет и душ, и ванная. Если одна уборная, то значит будет только ванная. Ну, опять-таки, душевая, вы поняли, как она называется, для душа есть. Также в этом году, что с реновацией мы сделали в уборной комнате, мы поменяли, то есть раньше у нас здесь была шторка, мы поставили стекло, намного приятнее взгляду, ну и в целом обновили также наши уборные. Что касаемо того, что есть в номере в уборных, это, конечно же, мыло, шампуни, бальзамы, шапочки. Что касаемо того, что в данный момент не представлено, но это по требованию гостя, можно спокойно позвонить на guest relation, либо же на ресепшн и заказать, им принесут зубные пасты, зубные щетки, также принесут им, господи, извините, забыла, расчески и все остальное. Дальше мы сразу... Это бесплатно, просто под запрос.
Да, абсолютно верно. Сразу же по умолчанию в каждом номере, в зависимости от количества людей, есть халаты, тапочки. Помимо этого, для детей у нас есть детские халаты, детские тапочки, и разные размеры есть, поэтому тоже можно запрашивать на ресепшене. Дальше мы уже заходим в номер. Кровати меняются. У нас в стандартных номерах по умолчанию есть стандартная с французской кроватью, с двумя раздельными, также с тремя отдельными кроватями, тоже по в зависимости от типа семьи. И дальше сам номер. В этом году в номере мы полностью обновили всю мебель, также обновили матрасы, обновили половое покрытие, потому что вы понимаете, что поскольку у нас находится паркет, паркет очень сильно трется об любые поверхности, поэтому каждый год мы пытаемся его обновлять. В каждом номере у нас есть, собственно, балкон, и на балконе мы в этом году также обновили балконную мебель. В этом году мы поставили мебель из пластика, потому что мебель из дерева очень быстро выходит из строя, поэтому в этом году поменяем. Ну вот, например, в номере вид прекрасный, сразу же покажу вам. Нам такое нельзя показывать тем, кто еще в этом году не был тут. Я думаю, что в скором времени вы тоже приедете. Да, надеюсь, и жду очень. Вот. А реновация в каких категориях номеров вообще была, вот даже это частично? Только в стандартах? Смотрите, реновация была абсолютно во всех номерах, во всем номерном фонде в этом году была реставрация. То есть это основное здание, это также наши фэмили-блок, то есть полностью везде проведена реновация. В плане реновации, вот как на примере той комнаты, что я рассказала, точно так же и такая же реновация прошла во всех номерах. То есть это полностью половое покрытие, мебель в комнате, балконная мебель. И также, то есть мы понимаем, что стены, то есть это все также было обновлено, наше покрытие, обои и пол. То есть это все было полностью обновлено во всех номерах нашего отеля, не в зависимости, это главное здание, либо же дополнительные корпуса, то есть это все полностью новенькое. В уборных номерах, в уборных это тоже покрытие стен, и также перегородки в виде стекла поменяли мы в этом году. Что касаемо номеров, сразу же вам расскажу по поводу нашего инфант-концепта. У нас есть в отеле отдельный инфант-концепт. Что он подразумевает под собой? Это бесплатный инфант-концепт, который включен, собственно, уже в стоимость номера для всех гостей, у которых есть инфанты. Что в него входит? Памперсы обычные, памперсы для плавания, слюнявчики, присыпки, детское баночное питание, детские смеси, также горшки, ванночки, это все входит бесплатно в наш инфант-концепт. То есть гость приезжает, если у него есть инфант, если он желает какие-то позиции, он может подойти к гастролейшн, либо же к ресепшену, сказать, сделать запрос, и им сразу же все это доставят в номер. Что идет по запросу? Это радио-няня, и это механизмы для подогрева баночек. Это уже в зависимости от наличия, это идет по запросу, отправляется. Все остальное в любой момент в неограниченном количестве. Что касаемо момента, который не входит в инфант-концепт, бесплатно, это только коляски. Коляски у нас идут платные, потому что у нас в прошлом году, в начале сезона было 100 колясок, в конце года у нас осталось 20 колясок. Все остальные разлетелись по всему миру. Ну, вы понимаете, что можно же что-то взять с собой, сувенир с отеля, а что же взять такое? Не, ну как бы... Хорошо, что не кровать, давайте говорить так. Ну, я бы... Не, на самом деле, я бы хотела лучше, чтобы они забрали кровать из тобой, потому что кровать с собой забрать вообще нереально, а коляску просто во время выезда никто не посмотрел, персонал не посмотрели, и все с собой укатывают по разным странам. Поэтому коляски у нас идут платные, цена у нас в этом году пока что я не знаю, какая цена будет, мы сейчас вот тут уточняем ее, и я это обязательно сообщу. Mm-hmm. То есть в этом плане для инфантов полностью инфант-концепт бесплатный, очень классно, удобно, не нужно даже заботиться. Знаете, как вот родитель едет на отдых и везет с собой отдельный чемодан детских вот этих всех баночек, детских памперсов и всего остального. В нашем случае это выбрать совершенно не надо. Единственное, кстати, конечно, очень удобно. И, если честно, я вот, ну, вы ну, одни из немногих, кто вообще такое предлагает. Супер, мы очень рады. Ну, понимаете, это же небольшие расходы для отеля, в принципе, но в то же время для родителей это большой плюс. И даже очень многие, когда выбирают отель, для них важно, чтобы был представлен какой-то детский концепт. Потому что вы понимаете, что вести с собой баночки, 300 баночек для ребенка на 7 дней, это очень сложно. Ну и в целом детское питание, помимо баночного питания, которое мы предоставляем в номер, также детское баночное питание и смеси представлено абсолютно на всей территории отеля. Так, и в данный момент мы зашли с вами в сьют номер, сразу же заходим, идет уборная. Вот я говорила вам о том, что если в номере идет две уборных, значит в одной будет душевая кабинка, в другой ванная. Вот не обманула. Здесь у нас идет сначала душевая кабинка,
Дальше мы проходим. В зависимости от типа семьи, эта комната может меняться. То есть здесь может быть просто одна зона отдыха напротив телевизора, может быть одна кровать, либо может быть две кровати, либо может быть одна кровать, детская кроватка. То есть в зависимости от типа семьи, эта комната меняется. Другая комната идет всегда в таком виде. То есть это идет французская кровать. И также здесь еще дополнительно идет уборная. Уже с ванной. Она идет немного побольше. А, вот, например, я вам покажу. Эти номера, они идут выше категории, поэтому у них по умолчанию уже идет полностью весь сетап. В стандартных номерах они по умолчанию не идет, но по запросу мы отправляем. То есть различные там пилочки для ногтей, зубные пасты, зубные щетки, шапочки, расчески и все остальное. Был вопрос, какая стоимость услуг врача для ребенка. Но, насколько я понимаю, все очень индивидуально. Не совсем понял данный вопрос, то, что задали. Стоимость услуги врача при отеле для ребенка. Смотрите, стоимость услуги врача. В отеле есть врач. То есть он может совершать исключительно какой-то осмотр. В целом в Турции везде так. То есть врач может совершить осмотр, посмотреть приблизительно, что с ребенком, и дальше уже они обращаются в саму клинику. То есть сам врач в больнице, он не лечит. И он не совершает никаких медицинских услуг, скажем так. Он может посмотреть, он может осмотреть. Первую помощь он может предоставить, но не более. Поэтому услуги стоимости врача в отеле, они бесплатные. То есть он осмотр сделает бесплатно, проведет какие-то манипуляции, в принципе, бесплатные. Но уже, если нужно будет дальше направлять, собственно, в больницу, то это уже тогда будет дополнительная плата, ну, точнее, по вашей страховке. Конечно. И также хотелось бы отметить, что у нас полностью все страховые пакеты, которые есть, они покрывают лечение ковид, потому что очень часто спрашивают, чтобы гости не боялись, в любом пакете это будет идти с покрытием. Да, вот видите. Что касаемо номеров, собственно, как происходит заезд и гости, и выезд гостей, что происходит с номерами? Сначала идет уборка стандартная, как и всегда, то есть это уборка территории номера, дальше идет уборка непосредственно хлоргексидином, я думаю, что вы знаете, это обработка идет полностью, это безопасный, быстро выветривающийся состав, после него абсолютно все вирусы умирают. После этого мы оставляем номер пустым на 24 часа. В данный момент мы оставляем на 48 часов, но я думаю, что когда уже гостей будет побольше, у нас не будет этой возможности, поэтому мы будем оставлять только на 24 часа. Поэтому номера, собственно, попадают гостям абсолютно чистые, абсолютно безопасные, точно так же они заселяются в чистый номер, дальше покидают номер, проходит уборка, и следующие гости уже также заселяются в абсолютно чистый номер. Что касаемо мини-бара, я вам не показала мини-бар, сейчас, извините, мини-бар покажу. Что касаемо мини-бара, мини-бар также во всех номерах есть, по-прежнему он доступен, ничего с ним, никуда его не убрали, что очень многие спрашивают, мини-бары, софт-напитки, различные колы, спрайты, вода, сода и также пиво. Что делается с мини-барами? То есть если раньше мини-бар, в принципе, если оставался, то он оставался в номере, дальше следующие гости заезжали, то в данный момент мы мини-бары полностью, все, что есть, остается после гостей, мы забираем, это все отправляется на дезинфекцию, потом снова отправляется в номера. То есть, опять-таки, брать составляющие мини-бара не нужно бояться, потому что все безопасно, все обработано. А какая сейчас заполняемость вообще отеля, плюс-минус? Ой, смотрите, прям точных, да, точных чисел вам не скажу, но сегодня у нас на ресепшене действительно ажиотаж, и это такое счастье для нас, потому что первый раз вот я за это время увидела действительно на ресепшене даже очереди. Поэтому в данный момент у нас уже зашло до 20-25%. И это очень классно, потому что в этом году это редкость, когда в отеле в данный момент вот такая заселенность. Только я знаю один отель, который в этом году очень классно открылся, у них было очень много гостей, но они сделали очень дешевые цены. Поэтому тут есть и плюс, и минус. Много гостей — это классно, но очень... Вот нам сегодня с вами повезло, потому что я делала прямой эфир много раз, и у меня пропадал интернет, как раз когда я ехала в лифте, а сейчас нет. Так, мы спустились теперь с вами. Немножко была заминка, конечно, но в принципе нормально даже в лифте. А, супер. Так, в данный момент я спустилась в самый низ, здесь у нас находится наш спа-центр. В спа-центр мы заходить не будем, потому что если мы в него зайдем, то мы с него не выйдем до конца трансляции, потому что спа-центр у нас действительно шикарный.
Я думаю, что если бы вы были здесь, и вы сейчас бы почувствовали тот запах, который исходит из нашего спа, мы бы отсюда точно быстро бы не ушли. Что касаемо нашего спа, я всегда рассказываю о том, что в наш спа можно зайти утром, выйти вечером, при этом не потратив ни копейки. Почему? Потому что есть огромнейший выбор сервисов. То есть, во-первых, конечно же, для гостей доступен полуолимпийский закрытый бассейн с подогревом, также рядышком джакузи, два больших сауны, хамамы, также баня есть, комната со льдом, разные косметологические салоны, также салоны для массажа. Это все доступно в спа, и у нас все гости всегда очень-очень хвалят, собственно, само спа. И хочу сказать то, что наш спа завоевал премию Luxury Lifestyle Awards как самый лучший спа-отель Турции в 2016 году. Поэтому не зря я об этом рассказываю. В Турции наш спа был награжден как самый лучший спа-отель. Дальше мы с вами направляемся в сторону нашего главного ресторана. Здесь у нас находится, эта улица у нас называется Торговая улица Актар. Здесь находится наша Алякат ресторана и также много магазинчиков. К сожалению, в этом году магазины в данный момент все закрыты, кроме одного магазина. Только один магазин, который обычный, я вам его покажу, там просто можно купить сигареты, какие-то купальники, такие первые вещи первой необходимости, их можно там купить. Так, извините, гостей не буду показывать, поэтому пока что переведу. Здесь у нас находится наша кондитерская «Ванила». Она в данный момент уже закрыта, вот в ближайшее время будет открываться. Здесь в течение дня можно покушать вкусные сладости и также различные кофе. Там много видов разных кофе. Вот, например, разные магазины, мы можем видеть, что они закрыты. Что касаемо главного ресторана, я вам хочу его показать просто потому, что хочу похвастаться, потому что мы в этом году сделали реновацию полную нашего главного ресторана, но он проработал всего лишь 2 месяца, и потом мы, собственно, закрылись на карантин. Поэтому я вам его покажу, он в данный момент закрыт, не работает, но все равно хочется показать. А, и вот на пути к нашему главному ресторану, вот хочу показать такой момент, я думаю, что нигде в Турции вы не видели такое. Это дверь, которая была куплена и привезена с Монголии, ее сделали в 1285 году, и использовали, вы можете видеть белый дизайн, это кость верблюда. То есть я думаю, то, что такой антиквариат, да, вы не видели в других отелях, тут это действительно все сохранено в оригинальном виде, да, 1285 год. И вот кабинет, собственно, доктора. Он работает 24 на 7, поэтому не нужно беспокоиться. Что касаемо, вижу вопрос, стоимость услуг няни для ребенка. Это все в зависимости идет от возраста ребенка, поэтому я думаю, что под запрос вы можете мне отправить, и я вам уже напишу более все с деталями. Сразу же мы подходим к главному ресторану, встречают нас 2 больших слона бронзовых. И дальше уже заходим в главный ресторан. Конечно же, свет погашен, все погашено, но я немного вам покажу. Даже без, с погашенным светом очень красиво. Ну, видно, что новое, поэтому я хочу хотя бы 2 минутки вам показать. Он уже будет открыть в самое ближайшее время. То есть в ближайшие 2 недели мы уже будем открывать полностью главный ресторан уже со шведским столом совсем, потому что в данный момент у нас гости питались в нашем VIP-ресторане. VIP-ресторан у нас всегда работает для гостей, которые живут по VIP-концепции, но в данный момент мы всех гостей перевели на VIP-концепцию. То есть все гости кушают непосредственно в VIP-ресторане, завтрак, обед и ужин по меню. Меню разнообразное, рыба, мясо, кебабы, курица, индейка, абсолютно есть все на выбор гостей. Ну и, собственно, сейчас мы, извините, иногда будут кадры плыть, потому что люди, а людей, как вы знаете, в Турции показывать на видео нельзя, могут пожаловаться. Собственно, мы уже выходим с вами на улицу. Но на самом деле виды очень такие, я даже сказал, как с картины. Потому что действительно очень красиво, и мне кажется, для тех девушек, которые любят именно вот эти делать фотографии в Инстаграм, это отель вот просто идеальное место. А я вам еще покажу наше самое популярное место, самую популярную нашу локацию в отеле, вот как раз инстаграмную. Мы в прошлом году на пляже сделали качели красивые. И у нас просто они в Инстаграме стали главной нашей звездой. То есть мы можем видеть, что территория, я бы так назвала, территория голубая и зеленая. Голубая, потому что большой бассейн в центре, который, собственно, привлекает сразу же внимание, и, конечно же, много деревьев.
В данный момент мы с вами проходим наш бассейн. Мы можем видеть, насколько он большой. С террасы мы его полностью видеть не можем, потому что много деревьев, которые закрывают бассейн. Но уже обходя территорию, мы можем видеть, например, эту лагуну мы с вами не видели. С террасы также идет продолжение нашего бассейна. Здесь у нас находится терраса нашего главного ресторана, по эту сторону. В данный момент она закрыта, но уже готова. То есть столики, стулья все расставлено с придерживанием социальной дистанции, но в данный момент еще закрыто. Также... Мне очень нравится, что по территории очень много естественной тени. Поэтому, когда даже мамы с детками идут, то все равно будет приятно и много тени будет. Не будет нигде такого солнцепека. Абсолютно с вами согласна. В принципе, это и задумка, почему так много деревьев, почему так много пальм и зелени. Для того, чтобы создавали искусственную тень, потому что иначе это был бы просто чистый лист. И вот как раз в это время, как сейчас, когда днем по плюс 40 поднимается температура, можно просто не выходить на территорию, можно просто сгореть, потому что... Поэтому зелень, конечно же, необходима. Здесь у нас по дороге большое футбольное поле. Футбольное поле у нас сделано по стандартам FIFA, поэтому зимой у нас очень много футбольных команд приезжает, пользуется большой популярностью. И также, если мы посмотрим вверх, здесь у нас находятся наши виллы. Виллы, к сожалению, показать сейчас не смогу, потому что они почти все заняты. И вот на тему того, что виллы пользуются большой популярностью, приватный сервис пользуется большой популярностью, но виллы я вам немного сейчас расскажу, пока мы идем. И вот здесь, например, у нас находится лагуна нашего бассейна, которая непосредственно идет с пологим входом, поэтому здесь пользуется популярностью именно отдых с детками. Что касаемо наших вилл, у нас есть 4 разные виллы. Они все действительно отличаются друг от друга, но самое главное то, что, что их соединяет, собственно, это то, что в цену виллы входит полностью, скажем так, огромный перечень услуг, которые полностью уже включены в стоимость. Это, конечно же, трансфер, отель-аэропорт бесплатный. Также дополнительно идет у нас отдельный VIP-ресторан, о котором я вам говорила, отдельный VIP-бассейн. Помимо этого, на территории каждой виллы есть свой персональный бассейн, но его территория 40 метров квадратных, и кому хочется поплавать уже побольше, для этого есть у нас VIP-бассейн. Также, помимо этого, есть рум-сервис 24 на 7 бесплатный. Скидка в спа 20%. Также павильоны бесплатные, а-ля карты все рестораны бесплатные. Поэтому виллы действительно пользуются большой популярностью, потому что, во-первых, наши виллы одни из самых популярных по одному причине, потому что цена и качество действительно очень приятные, потому что цены для этого перечня услуг очень низкие. Так, в данный момент я зашла в наш снэк-бар. Людей много, поэтому хочу вам просто быстро показать. Мэрова кулагаси, биминьола билимим. Снэк-бар у нас работает этот в течение дня. Здесь же находится и бар, и здесь же место для того, чтобы сесть и покушать. Хочу вам показать отдельно меню. В этом году мы разработали... Извините, так, сейчас улетает мое меню. В этом году мы разработали меню изначально, но потом началась пандемия, и меню мы переделали. То есть если изначально меню было у нас разработано в книжечке, потом мы переделали и сделали такие одноразовые менюшки. 4 языка, турецкий, английский, немецкий и также русский. И мы можем видеть то, что в меню снэк-бара есть абсолютно все позиции. То есть как и снэки различные, салаты, сэндвичи, основное блюдо, паста, шаурма, кесадилья. Кесадилья — это вообще моя отдельная любовь. Всем советую, со всеми кушаем кесадилью, и все влюбляются в этот вкус. Также десерты и различные, и фрукты сезонные. Этот снэк-бар пользуется действительно очень большой популярностью. В данный момент сейчас тут людей нет, поэтому могу показать. Пользуется большой популярностью, потому что меню разнообразное, можно покушать абсолютно все, что угодно. При этом он находится прямо на берегу моря и идет непосредственно с помощью вентиляторов распыление воды. Так, у нас тут какой-то идет спам. И идет непосредственно распыление, да, брызг. Поэтому очень комфортно, действительно, самое любимое место гостей. И хочу вам сказать о том, что даже в течение вот дня у нас намного всегда больше людей в этом снэк-баре, чем в других точках питания отеля. Также детские стульчики, это все выдается, все дезинфицируется, выдается гостям в совершенно любых точках питания. Снэк-бар, либо же это может быть... Главный ресторан. Так, давайте посмотрим, что здесь у нас находится. Мы в данный момент готовим. Это наш а-ля-кад ресторан турецкий. Он еще закрыт у нас, потому что не так пользуется популярностью. Мы в данный момент его доготавливаем. Уже он находится в таком шатре искусственном.
Здесь же у нас рядышком находится снэк-бар, который подает турецкую кухню, кебабы, донеры. Тоже в данный момент он еще закрыт у нас, но его кухня также подается уже по требованию гостей, подается также в снэк-баре, который мы только что с вами смотрели. То есть определенные точки еще закрыты, но я всегда уточняю, что если какая-то точка питания закрыта, например, вот наш снэк-бар, который подает турецкую кухню, то значит эта же кухня подается в другом месте. Поэтому нет поводов переживать, что нет, закрыт один снэк-бар, открыт сразу же другой снэк-бар. Что касаемо полотенец, вот многие спрашивают, что с полотенцами, все точно так же есть, доступно для гостей, выдается у нас непосредственно на точке раздачи полотенец. Давайте сейчас с вами, наверное, посмотрим пляж, чтобы... Ну, допустим, Кибулия в Белеке, это один из самых лучших пляжей вообще в Турции, как по мне. Смотрите, абсолютно верно, спасибо вам за ваши слова. Что касаемо нашего пляжа, то вернемся к премии Luxury Lifestyle Awards. Вот по версии премии Luxury Lifestyle Awards мы были награждены как самый лучший пляж Белека в 2019 году. В принципе, не зря, потому что пляж действительно очень большой. Так, в данный момент еще ведутся приготовления части пляжа. Одна часть пляжа, давайте я вот так пойду. Одна часть пляжа уже готова, вторая часть пляжа сейчас уже подготавливается. То есть в данный момент гостям можно пользоваться только одной частью. Пляж действительно большой, 270 метров его длина, также большой есть пирс. И по поводу того, что, собственно, отличает наш пляж от других пляжей, это наша отдельная система питания на пляже. То есть если... сейчас ветер начал дуть, вам слышно меня? Да, слышу. Есть отдельная система питания на самом пляже. То есть с утра, с 9 часов утра до 5 часов вечера, до 6 часов вечера, извините, идет полная раздача еды на самом пляже. Утром небольшие завтраки, фрукты, семиты, овощи. Также идет дальше морепродукты, мидии, креветки, вареная кукуруза, жареная кукуруза, охлажденные полотенца. То есть это бесплатный сервис на полностью на всем пляже, на всем пирсе. То есть очень удобно, также не нужно никуда идти. В основном, конечно же, этот сервис преподается только для гостей павильонов. У нас на всем пляже. И также, помимо этого, конечно же, есть отдельный сервис наших вилл. И по поводу самой популярной локации нашего отеля. Ближе пройти не могу, но покажу вам это сюда. Это наши вот качельки. Они на территории пляжа находятся, их 4 штучки. Они украшены цветами, очень красивые. Думаю, что если зайти в наш инстаграм и посмотреть на отмеченные фотографии, там на каждой второй фотографии, непосредственно эти качели изображены. Ну, и мне еще что очень сильно понравилось, обратите внимание, что все шезлонги находятся не на песку, а на специальных деревянных дощечках. Да, все лежаки на улице. И очень удобно, тоже дорожки есть, вот тоже с дерева сделаны, поэтому в жаркий летний день будет комфортно пройти. Ну вот даже я, например, только что прошла по пляжу довольно далеко, просто по дощечкам. Также здесь находится у нас бар «Карамель», который можно в течение дня купить разные коктейли. Там же есть также холодильник с фруктами. В данный момент он пока что еще закрыт. Не так много гостей, не так пользуется популярностью. Все-таки это все можно взять в снэк-баре, который мы смотрели с вами ранее. И также тот снэк-бар, также снэк-бар с напитками есть у нас также и на пирсе. Поэтому гости, которые отдыхают на пирсе, абсолютно ни в чем не ограничены. Также к ним доступен весь сервис. Дальше мы с вами пройдем к такой зоне нашего отдыха. Угу. Смотрите, спрашивают, сколько минут идти от главного здания до моря, но мы шли минуты 3 максимум, мне кажется. Ну, это я еще слушаю не быстро и болтаю. Смотрите, если например, такой, как я, идет, то это да, действительно минуты 2-3. Если с ребенком, то я думаю, что это до минут 10 может растянуться. Поэтому в зависимости, с кем вы идете. Но в целом близко вот 2 минуты, 3 минуты. Извините, перебью, еще был вопрос, какой заход в воду? Но мне кажется, в Белеке это один из самых идеальных заходов, как и для деток, так и для взрослых, песчаный пологий заход, то есть комфортно будет достаточно. Абсолютно верно, да, песчаный пологий вход, и глубина начинается действительно далеко. Мы еще дополнительно, в каждый год мы дополнительно засыпаем песок, чтобы, вход был еще более пологим. Поэтому пляжи в Белеке шикарные, в этом плане даже сомневаться не надо. Что касаемо зоны отдыха, что заняться вечером, куда пойти? У нас здесь такая территория, там же находятся у нас небольшие бунгало, там уже гости отдыхают вечером, различные кальяны заказывают, различные закуски и тому подобное. На этой территории, на этой площадке у нас проходят как и детские фестивали, так проходит живая, также проходит
здесь, например, какие-то фестивали дневные, типа Октоберфесты, различные фестивали клубники и тому подобное. Здесь находится сцена, на которой ставится, собственно, аппаратура для живой музыки, также там же выступает и коллектив. Сцена — это работа в две стороны. Когда нужно, она работает в сторону снэк-бара, где вот посадочные места есть, и также работают в другую сторону. Там тоже доставляются стулья, столы, то есть в зависимости от типа вечеринки локация самой сцены может меняться. У нас в отеле все придумано для того, чтобы все можно было менять в разные стороны. Как амфитеатр у нас меняется в разные стороны, точно так же у нас и со сценой снэк-бара. Здесь у нас находится сам снэк-бар, в котором можно заказать напитки. Вы можете видеть, что в данный момент работает все, в принципе. Также хочу сказать, что не в зависимости от сезона, в нашем отеле работает 12 месяцев в году, мы работаем с иностранными напитками. То есть нет никаких ограничений по сезонности, в данный момент точно так же. У нас не делятся напитки, концепт напитков на сезоны. И хочу вам показать быстренько наш снэк-бар, в котором делают французские вафли и также подают мороженое. Вообще показывать не очень хотела, потому что в данный момент пока это все работает не в полную мощность. Но все равно хочу показать для того, чтобы все-таки вы знали, что это есть. Здесь у нас подается вот мороженое и также делаются французские вафли. В данный момент это все работает в таком темпе, в очень сокращенном. В сезон, конечно, это все выглядит иначе. Стоит большой холодильник, вот, где мороженое подают. И также здесь же стоят и вафельницы много для французских вафлей. В данный момент, поскольку запрос не такой большой, поэтому поставили себе лишь одну штучку. И также различные топики для дополнения французской вафли. Поэтому вот... Скажите, пожалуйста, как вы планируете работать дальше в плане того, что отель обычно работает круглогодично? Да. Этой зимой все будет хорошо, не будет никаких проблем, если ничего не изменит. Ноябрь, декабрь вы будете работать? Смотрите, мы даже об этом не думали, в том плане, то, что мы уверены, что все будет хорошо, и то, что мы будем работать 12 месяцев в году. Поэтому никаких планов отступа, скажем так, мы не готовили. Мы планируем работать так, как и работали 12 месяцев в году, мы не планируем менять концепцию отеля. Угу. Все-таки надеемся, что все будет хорошо, и так оно все и останется. Так, можем видеть вот снэк-бар, амфитеатр, который в две стороны работает. Мы сейчас проходим его одну сторону, а уже там мы можем подсмотреть за другой стороной обратные медали. И в данный момент я хочу вас провести, еще показать вам наш мини-клуб, также аквапарк. И уже потом, я думаю, мы сможем еще ответить на вопросы дополнительные и уже можем заканчивать. Собственно, у нас уже времени не останется. Уже 43 минуты в прямом эфире, даже 45, поэтому у нас есть еще 15 минут, и дальше нас просто... Да, нам хватит, смотрите. На самом деле, отель настолько большой, но он продуман. Мне нравится то, что каждый элемент и каждая зона в отеле, каждая, она очень продумана, поэтому... Даже при полной заполняемости все равно гости чувствуют себя достаточно комфортно и свободно. Абсолютно с вами согласна. Действительно, правда, потому что настолько много различных, тех же, например, системы питания, очень много различных баров, снэк-баров, поэтому гости распределяются по всей территории. Точно так же в плане бара вечерних. Кто-то в амфитеатре сидит, кто-то сидит на вечерней музыке, кто-то сидит в лобби отдыхает, то есть все гости распределяются, куда им удобно, поэтому нет столпотворения в каком-то одном месте. Амфитеатр также в этом году мы обновили, полностью у нас новая сцена, еще не опробованная никем. И это также зона посадочных мест, уже рассчитана к новому сезону, уже сиденье через сиденье мы распределили. Здесь же у нас находится наш аквапарк. Аквапарк у нас небольшой, у нас здесь аквапарк идет 11 гор отведенных. Небольшой аквапарк. В 2001 году мы планируем его поменять. У нас уже есть утвержденный план. Будет аквапарк, конечно же, большой уже, шикарный, мы к этому созрели. Но в этом году не получилось это сделать, но тем не менее это все есть в планах. Также рядом... Тем не менее аквапарк работает в этом сезоне, и все в порядке. Да, абсолютно верно. Сейчас, извините, пройдет человек. Так, что касаемо аквапарка, также у нас есть дополнительный для маленьких деток. Его глубина всего лишь 35 сантиметров, и он такой небольшой, 5 горок, небольшой слоник, и также в сезон всегда пользуется большой популярностью у родителей. Раньше у нас здесь была такая жабы, а сейчас мы поменяли их на слоников. Поэтому тоже вот возле аквапарка сразу же есть и аквапарк для совсем-совсем маленьких деток, и здесь же находится мини-клуб. Так, мини-клуб у нас закрыт почему-то.
Так, извините, сейчас я буду пытаться... О, открыла. А, мини-клуб у нас сейчас закрыт на перерыв, поэтому пришлось взламывать дверь. В мини-клуб зайти сейчас не получится, потому что у них перерыв, но можем посмотреть территорию. То есть на самой территории, опять-таки, сейчас жара, поэтому в любом случае детей никаких нет. Есть различные детские горки, качельки и все остальное. Сама территория мини-клуба внешняя тоже довольно большая. Можно гулять, не перегулять. Вечером всегда у нас здесь действительно очень много деток. Сама территория мини-клуба, скажем так, мини-клуб у нас работает для возрастной категории 4-12 лет, но в самом мини-клубе есть свои небольшие подгруппы. То есть подгруппа для более постарше деток и есть подгруппа для, ну, скажем так, 4-7 лет, и следующая подгруппа уже идет 7-12. То есть это для того, чтобы вы понимаете прекрасно, что ребенку 4-летнему и 12-летнему у них очень мало общего чего-то, поэтому в мини-клубе есть разное крыло. Правое крыло работает для постарше деток, левое работает для помладше деток. Соответственно, там же разные игрушки. Что касаемо вот этих детских фестивалей, которые у нас будут, Лего будет точно, фиксики и смурфики, ждем подтверждения. Они у нас проходят на площадке, вот, которую я вам показывала. Они в самом мини-клубе проходят на отдельной площадке, которая... Я вам раз показывала, где живая музыка проходит, и вот различные мероприятия. То есть в данный момент, скажем так, мы с вами в очень быстром темпе прошли и посмотрели наш отель. Основные точки все я вам показала, но помимо этого, конечно же, есть еще очень много всего, чего не удалось показать. Но для этого нужно пожить в отеле. На самом деле такой мини-ориентейшн. Мне кажется, если в ваш отель попасть, то за час мы все равно не успели все пройти. Ну, я вот когда инспекция проходит в отеле, я показываю, в принципе, вот то же самое, что я сейчас показала, но действительно я показываю, и помимо этого еще гости говорят, а что это? Очень много вопросов, но не так много времени, чтобы на эти все вопросы ответить. Ну, поэтому нужно приезжать, пожить и прочувствовать все на себе. Абсолютно верно. Здесь у нас ждет I Love Spice Hotel. Действительно, отель очень интересный, и меня очень часто спрашивают, собственно, самый популярный вопрос, наверное, к любому ательеру, это для кого отель, на кого он рассчитан. И мой ответ на этот вопрос, конечно, немного странный, но я действительно так считаю. То есть, во-первых, у нас, конечно же, отель рассчитан на семейный концепт. Это все-таки более семейные планы, семейного плана пары. Но, тем не менее, в отеле есть абсолютно все для любой категории. То есть, если мы говорим о семьях с маленькими инфантами, то для инфантов у нас есть прекрасный инфант-концепт. Для постарше деток у нас есть... Извините, я сейчас уже присяду в безлюдное место, поэтому можно снять масочку. Для детей постарше у нас есть прекрасные также детские фестивали, детская концепция. Можно насладиться... собственно, отдыхом с детьми, но без детей, потому что дети постоянно находятся на детских фестивалях, на горках, в мини-клубе и тому подобное. Также мини-клуб у нас работает в вечернее время. Мини-клуб у нас работает с 8 часов вечера до 10 часов вечера. А когда проходят у нас концерты, например, то мини-клуб работает до 11. Поэтому в тот же вечер можно пойти спокойно в а-ля-карт ресторан, либо на концерт, либо на дискотеку ненадолго и оставить ребенка в мини-клубе до 10 часов спокойно отдыхать. Помимо этого, для взрослых у нас дневные различные мероприятия. То есть днем можно пойти на вечеринку возле бассейна, либо же на пляже, тоже вечером. Каждый вечер у нас живая музыка, шоу в амфитеатре, концерты. Что касаемо концертов, в этом году мы планировали 5 концертов, но три концерта было отменено на 100%, уже их не будет. А вот 2 концерта, в данный момент мы ждем все-таки. Возможно, у нас все-таки 2 концерта еще будут. Ждем подтверждения от самих исполнителей, в принципе. Поэтому концерты также у нас, возможно, в этом году будут. В ближайшее время сообщим. А, помимо этого, для пожилых тоже людей прекрасно, потому что для пожилых людей прекрасная плоская территория. Все рядышком. Никуда не нужно идти, несложно передвигаться. Есть номера для людей с ограниченными возможностями. Также очень удобно. Они находятся на первом этаже. В основном пытаемся пожилых людей селить на первом этаже, чтобы им было намного удобнее. То есть там все действительно рядышком. Помимо этого, даже если на высоких этажах хотят, без проблем, потому что лифты, все удобно. Поэтому, в принципе, отель рассчитан на любую категорию людей. То есть и активных, и пассивных, потому что все рядом, и активных, потому что куча всего интересного.
различные мероприятия, и несмотря ни на что, в этом году мы никак не ограничиваем наши активити. То есть анимационная программа по-прежнему работает, фестиваль по-прежнему будет. В этом году у нас, мы тоже сделали классную программу «Курбан Байрам». Она, конечно же, не столь актуальна для Украины, но я это рассказываю к тому, что... В целом, то есть это есть. То есть вы понимаете, что мы не просто пассивно сидим и ждем, когда приедут гости, заплатят деньги, а не получат никакого сервиса, никаких интересных моментов. Поэтому это все в отеле есть. И хочу сказать о том, что у нас на июль месяц в данный момент очень приятные цены. Мы сделали промо-цену. Также, конечно же, она одна из первых, кто получил нашу промо-цену. Без вранья скажу, что это был вот как раз Pegas Touristic, потому что мы близко дружим. Поэтому вот если хочется поехать и отдохнуть прям с душой и классно, в классном месте, с интересным интерьером, с хорошим сервисом и для детей, и для взрослых, то, конечно же, мы рады всех принимать. Нет, конечно, к сожалению, время немножко у нас ограничено и уже нужно заканчивать, но отель действительно универсальный. Мне хотелось бы сказать, что отель себя зарекомендовал вообще за годы работы, как действительно великолепный отель, Белеки, цена-качество. Очень много гостей становятся репитерами. Мы никогда ни одной жалобы от гостя не получили на отель Spice Hotel and Spa. Поэтому действительно и гости довольны отдыхом, качеством отдыха. И они постоянно вот хотят возвращаться в ваш отель. Я знаю, что очень часто даже не хочется уезжать с него. И отель такой достаточно разноплановый, тоже, что мне очень нравится. И также Европа вас тоже очень любит. В обычный сезон у вас также отдыхает очень много европейцев. Поэтому мне нравится, что смешанный контингент в отеле обычно идет. То есть не только гости СНГ, а все-таки достаточно много также и европейцев. И спасибо вам большое за то, что вы подарили нам такую восточную сказку. Опять влюбили в нас ваш отель Spice. Поэтому с удовольствием будем продавать активно и будем рекомендовать и коллегам, и туристам. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в директ, и мы передадим все ательеру, спросим и вам ответим, поэтому с удовольствием только. И действительно, отель, который просто вот приятно смотреть и удивляться каждый день, когда его смотришь, за каждым разом. Спасибо огромное, Антон, за приятные слова. Что касаемо моих данных, то под самим видео, которое будет опубликовано на вашей странице, я напишу свой email-адрес, напишу свой номер телефона для того, чтобы всем было удобно зайти быстренько, написать мне по всем вопросам. Также хочу сказать о том, что у нас есть такая приятная система бонусов для гостей. То есть, когда вы делаете резервацию, отправляйте мне ваучер, либо пишите просто данные гостей, и во время заезда мы гостям всегда отправляем фрукты, также вино. То есть, это такой приятный бонус для ваших гостей. Ну, а что касаемо самих агентств, я думаю, то, что нас до конца досмотрели только агентства, поэтому уже в конце можно сказать о том, что у нас в отеле действует также бонусная программа, поэтому это приятный повод для того, чтобы хорошенько поработать, а потом приехать бесплатно отдохнуть. По поводу бонусной программы, также обращайтесь ко мне, я напишу свои данные, пишите, я отправлю ссылочку, и у нас бонусная программа пользуется нереальной популярностью. Вот даже сегодня у нас заезжает одна комната, которая вот живет по бонусным баллам. Это у них уже третье проживание за вот последний год в нашем отеле бесплатно. Это агентство с Казахстана, с очень маленького города, и чему я очень удивлена, маленький город, но она, мне кажется, с того города уже все люди были в нашем отеле, исходя из того, сколько она резерваций сделала за последний год. Поэтому... Ну, действительно, отель очень легко продавать. Действительно, это вот тот отель, который можно отправлять просто с закрытыми глазами, он легко продается. Абсолютно верно. Спасибо, Антон. Все ждем в Анталии. Я все-таки надеюсь, что в ближайшее время вы попадете хоть с рекламником, хоть на отдых, но в любом случае вас ждем. Будьте в краях Белека. Пишите, обращайтесь обязательно. Это не только к Антону обращение, это ко всем. Будьте в районе Белека, пишите, с радостью вас примем на обед, посмотреть отель, на инспекцию, даже если нашего отеля нет в вашем расписании инспекции. Все равно после трудного дня, если у вас все-таки остались силы, можете написать, я вас с радостью приму. Поэтому мы ждем вас в Анталии, в теплой, в солнечной, в радушной Анталии. Несмотря ни на что, все-таки мы с вами со всеми встретимся и будем продолжать работать, и все у нас будет хорошо, никакие пандемии, никакие кризисы нам абсолютно не помеха. Главное верить в свое дело, любить свое дело и, собственно, идти к своей цели. Спасибо вам большое, вам хорошего дня,
И передавайте привет солнечной Турции. С удовольствием. Надеюсь, в ближайшем увидимся. Передавайте привет Украине. У меня наконец-то будет отпуск, и я наконец-то поеду первый раз за полтора года в Украину. Поэтому я бы сейчас с вами поменялась, даже не думая абсолютно. С удовольствием. Хорошего дня вам. Спасибо. И привет Украине. Взаимно. До встречи. До встречи.